Пол пусть будет. Пусть слышит. Привет всем, меня зовут Олег Антоненко, это... Настя. Это... Люсиная. И сегодня я снимаю для вас видео, они не знают, что это за видео, вот сейчас я вам расскажу и зрителям тоже. Суть в том, что я буду говорить какое-то слово на немецком языке. Один из вас должен будет мне сказать близкое слово по значению, которое я буду говорить. И кто ближе будет, тот выиграл. Перевести. Да. На русском называется «на», я поняла. Не, подожди, я не поняла. Ты говоришь на немецком, а мы должны на русском сказать, что ты знаешь? Ну, примерно. Подумать, что ты примерно. А если я знаю, может, немецкий, может, я знаю. Может, молодец. Я да? Я плохо знаю. Но я здесь матные слова понатал, так что... Матные? Ну, не совсем матные. Ну, такие плохие, не очень хорошие. Ладно. Маты не ругаться. Да, маты нельзя. Я запикаю. Блин, это и нас в хорошем свете не будет. Так, начинаем. Первое. Арш. Машина! Арш. Что ты думаешь-то? Шурма! Шурма! Арш. Давай. Арш. Еда, да? Еда? Жук какой-нибудь. Говори. Это пятая точка. Опа. Блин, я почти была... Вот. Машина и шурма. Ну, машина капотная. В машине и жершу. Да, и поп. На попе. Вот, все, отлично. Настя, один балл. Дальше. Блёд. Блёд? Лёд. Кровь. Ну, блайн, знаешь? Кстати, да. Слово вообще. Блёд. Блёд. Щуха. Да? Нет, она потом будет. Блёд, можно на той стороне один балл? Это как менее стороны. Урод. Нет, так нечестно. Какой он вообще, в принципе? Это прилагательное. Грязный. Грязная девчонка. А твоё? Люси. Похотливый. Глупый. Так. Глупый. Ой-ой-ой, какая плохая фраза. Борштайншвальбе. Хандхох. Моряк какой-нибудь. Плохое слово. Да что ты все плохое понабрал? Борштайншвальбе. Сталин, Сталин, слышал Сталин слово? Слышал, сказал? В общем, ночная бабочка. Блин, это шлюха, да? Я же сказал. Фитальш. Еда какая-нибудь. Нет. Почти. Нет! Ну, шурма! Это о человеке. Жирный человек! Слушай, я хотела сказать! Не засчитывай. Почему это вдруг? Потому что у меня скулачки. А еще у меня нет. Есть фурцер, который фурцен делает. Фурцер? Фурцер, фурцен. Ты знаешь это слово? Не знаю, почему ты на меня показала. Фурцер – это человек, который это делает. А фурцен – это то, что он делает. Фурцер – это человек, который делает, а фурцен? Да. Так вы спрашиваете, что мы сейчас переведем точно после того, как определишь. Какой-то повар, который... У меня тоже сыр какой-нибудь. Так, на П, на П, на П. Отлично, уже лучше. Так, поп. Пугачёва! Путин! Любой человек может являться этим человеком и может это из себя... Из себя? Да. Пукать. Вот. Мне не стыдно, почему я это слово указала? Так, душа из механ. Как будто бы какое-то прошлое, что подожди. Душа из механ. Механ, вы говорите, душа есть механа, тебе не надо. Душа есть механ. Душа есть механ. О, душа есть. Душа есть механ. Это глагол? Нет, это выражение. Знаешь, он вопрос задал, а потом так механа. Нет, это я тебе говорю, то, что ты душась как механ. Я как дебилка. Почти как заноза в почве. Скажи на армянском. Барф. Кто научил? Кто научил? Уйди. Я могу про Олега сказать. Да, кого хочешь? Про тебя. Ладно. Ой, Олег, джаншат лав такая, сах, чихне джаншат сибрумен. Идеально сказал. Я сказала, что Олег очень хороший мальчик, все девочки его любят. Да? Да. На самом деле, я просто подумал, что это мини-видео, возможно, вам понравится, потому что я давно не делал ничего такого. Хэндэхох. Шнэля, шнэля. С 9 мая прошли с Пасхой. Ладно, все. Относитесь к людям так же, как день труда, что здесь к вам. Всем большое спасибо, всем пока, чмоки. Ой, господи.